Привет! Меня зовут Елена, и сегодня мы с вами узнаем, что такое форензик. Представьте, что вы руководитель крупной международной компании, которая много лет держит лидерскую позицию на рынке. Каждое утро вы начинаете с чашечки эспрессо, любуясь с видом из окна вашего офиса в Empire State Building. Вы ощущаете под собой фундамент, который никто и ничто не в силах сломить. Вы не переживаете о том, как налажены процессы в вашей компании, потому что вы доверяете своей команде, с которой вы работаете плечом к плечу много лет. Но что-то пошло не так. Со счетов компании пропала крупная сумма денег? Ваши конкуренты представили рынку новый продукт, который похож на тот, в разработке которого лично вы принимали участие. Ваша компания закупает товар по цене выше рыночной? Или директор по закупкам проводит переговоры на Сейшелах за бокалом просекко и устрицами? Что же делать? Как собрать доказательства? Простыми словами, форензик – это процесс сбора финансовых доказательств, подтверждающих мошенничество, коррупцию или прочие злоупотребления в компании. К примеру, жена уже известного нам директора по закупкам отправляется выбирать новый пентхаус на своем спорткаре. Вопрос: откуда деньги? И кто же поможет найти на него ответ? Первый шаг, который вам надо сделать, это обратиться к доверенным сотрудникам и провести внутреннее расследование. Но это возможно, если они есть. А если их нет? Пригласите внешних экспертов. Основная задача – понять, что пошло не так, и собрать финансовые доказательства мошенничества. Готово. Вы знаете ответ. Дальше – дилемма «казнить нельзя помиловать». Где ставить запятую – решать вам. Вы, вероятно, заинтересуетесь, как же собрать те самые финансовые доказательства. Ответ на этот вопрос вы сможете найти, просмотрев наши следующие видео, в которых мы будем говорить о Corporate Intelligence, имиджинге и Penetration Testing. Подписывайтесь на наш канал.